Программа «Лифт» снова в эфире, и мы продолжаем наше путешествие по верхним и нижним этажам. Все вверх и вниз, вверх и вниз. А почему не вправо и влево? Да потому что лифт, наверное. Добрый день. Это Андрей Петров из Пинниги. У нас лифтов нет, поэтому застревать негде. Так и ходим пешком. Выше второго этажа не забираемся. А иногда хоть так хочется до девятого подняться. Спасибо. Здравствуйте. У вас в подъезде как-то лифт застрял. Так мы с ребенком 3 часа друг другу сказки рассказывали. Теперь я все время спрашиваю, почему лифт не застревает? Посоветуйте, что делать? Здравствуйте. У нас в лифте все стены расписаны. Чего там только нет. И стихи, и поэза, и даже любовь. И мы раз красный выходишь из лифта, как из бани. Надо этих писателей к ответу призвать. Спасибо. Итак, песню про лифт еще не сочинили, но в нашем актерском арсенале появились музыканты. Может быть, они и придумают нам песню про лифт? Чего шары выкатил? У него узоров нет. Чего, живого металла не видел? Это ты, что ли, металл-то, да? Металлист и металлист. Ты колхозный тракторист. Ты оделся, как капуста. В голове у тебя пусто. А ты, может, еще рэпером себя назовешь, да? Ты что, что ты про нас смеешь? Ржавый костыль. Рэпер много говорит, у него сейчас почка заболеет. Металлисты это сильно задело. Для тебя это гиблое дело! Гиблое дело, говоришь, да? Ну, сейчас мы посмотрим, для кого оно гиблое. Ты сейчас здесь сгинешь. Вы что, мужики, разборки тут свои устраиваете? Вам тут не гостиница, здесь лифт. Застрянем навсегда. Да, мужик, не кипятись. Я вижу, ты рэп, наверное, слушаешь, отделся так. А? Ты же, наверное, не металюга, как он, да? Это рэп? А, да. Это что-то связано с ремонтом и эксплуататорством масс. Ты что, сантехник? Ты что, мужик, какой тебе сантехник? Ой, мама! Шахдам, шахдам. Шерстяная голова! Ты что на мужика заводить? Да я... Мужик. Слушай, я смотрю, ты... Металл уважаешь? Посмотри, что лучше. Это шерстяная голова. Или мы? Металлисты? Металл лучше ли собираешь? Что? Это что? Пионер, что ли? Кто-то сказал! Ну, получай! Нормально. А ты неплохо дерешься, я смотрю. Я таким родился. А ты что? На дискотеках под фанеру кулака не можешь, да? Ладно, не злобствуй. Тебе как зовут-то хоть? Да я, трэш, меня тут все знают. А я Михей. Ну чё, железный пеликс, может, сбацаем что-нибудь наше? Потяжелее, рокерское. Ну ладно, не прикалывайся, пойдем. Ну пойдем. Металлисты, рэперы, хиппи, панки. Люди, которые расписывают лифт разными словами. А потом мы эти слова читаем и даже иногда произносим вслух. А что еще делают в лифте? Разговаривают. Вам на какой? На 9. А нам вниз. Нам тоже на 9. Прикольно. А откуда вы знаете? Ну, раз вы едете на 9, тогда вы к Александру. А у Александра есть 3 друга. Вова, Коля и Денис. Вова и Денис уже пришли? Тогда вы Коля. Ну, логично. Ну, ты откуда и знаешь? Какая разница?
Вообще-то я Денис. Приятно познакомиться. А у вас есть спички? Нет. А зажигалка? Что вы ко мне пристаете с глупым вопросом? А почему вы на нее кричите? Зачем спички? Какая разница? Вы не ушиблись? Да нет, что вы, спасибо. У вас от торта ничего не осталось. Это не смешно. А я и не смеюсь. И вообще, между прочим, у меня спичка закончилась. Ну и что теперь делать? Спички кончились? Да не волнуйтесь. По-моему, у меня где-то был фонарь. Вы всегда носите с собой фонарик. Да, я всегда с собой ношу фонарик. Между прочим, я очень часто в лифте попадаю в разные нелепые истории. Да не надо. Пусть он лежит. Новый купим. А чем вы вечером занимаетесь? Ну, если мы отсюда выберемся, то, наверное, ничем. А вы случайно не экспедиционист? Я? Нет. Я вообще-то таксист. А почему вы грубите? Молодой человек таксист. И не сделал нам ничего плохого. Вы сегодня абсолютно свободны. У вас есть предложение? Я действительно поднимался на 9-й этаж. Ты уже поднялся. Нет, ну я правда поднимался на 9-й этаж, но не к Александру, а к Коле. Между прочим, у него сегодня день рождения. Отметим здесь. Ну уж нет, давайте-ка лучше убираться отсюда. Тебе есть куда идти, а мне здесь хорошо. Девушка? Да, у тебя где лучше здесь? Девушка, выпустите нас, пожалуйста, отсюда. Мне же надо было прыгать. Да. Во. Девушка, а как вас зовут? Оля. Оля, знаете, Оля, я хотел для вас устроить праздник. А мне? А вам, по-моему, в лифте неплохо. Так, секунду. Что ни день, то праздник. Это ничего, что он на полу. Ты его подними, почисти и ешь. Оставьте, это не ваш. Ты что, куку, что ли? Раз в лифте, значит, мой. Я здесь живу, между прочим. Я сейчас лифтера вызову. Ага, вызывай. Тетя Маша зову. Эй, там! Здесь ко мне бомж пристает. Да больно надо приставать тебе. Тетя Маша, выпустите меня. Да он и не грязный вообще-то, и полянка. Хочешь полянки? Советую не беспокоить их по пустякам. Хватит шутить! Выпустите меня сейчас же! Не нравится, так не садись! Как раз говорил. А ты чё к ней не постаёшь? Смотри у меня. Высели отсюда. Да и она вон торт отказывается есть. Говорит, это, ложка нужна. Ненормальная. А ты чё, праздник сегодня? У меня каждый день праздник. Обращайся. Я много взял. Ты чё, чмо, девчонкам молодым пристаешь, а? Ты посмотри на себя, у тебя вон труха сыплется уже. Какая труха, это опилки. Я сегодня в столярке спал. Да, я вот тебя все хочу спросить. Ты как бомжом-то стал? В легкую. Квартиру обменял на ваучеры. Ну, а ваучеры куда дел? Куда, куда? Я сидел куда. Продал. Ну теперь. Это точно вот нужно вот в столярке и жить. Может, из тебя потом какую-нибудь буратину сделаю. Хотела тут одна. Буратино это сделал, а золотой ключик-то. Не дал, да? Да ну. Ну-ка расскажи, что за история такая. Давай, захожу я в лифт. Да. Там дама в прикиде со стулом. Говорит, помоги до офиса докинуть. Ну, я в легкую. Она там оставила. Директором. Директором? Да ну, врешь ты. Ну что врать-то? Так и было. Фу. А нахрена в Яранге мебель? Мне кажется, давно нужно придумать в лифте что-нибудь подобное. Я вижу, вы уже придумали. Нет, это для офиса. А вы, как мужчина, могли бы и помочь.
Я вообще-то не грузчик. Да, перевелись мужики на земле. Я вообще-то тоже не носильщик. А стул-то чей, мой, что ли? Да несешь, может, твой будет. А как это что, это? Вы мне место предлагаете? Я тебе стул предлагаю, дурень. Бери и неси, там видно будет. Ага. Пойдем. Однако. Ну что, папа, приступай к выполнению прямых обязанностей. То есть? Воплощайся в начальника. Да ладно, пошутил и хватит, я, пожалуй, пойду. Ты, конечно, пойдешь, но не сейчас. Сначала подпишешь пару документов. Ты же у нас добрый дядя. Документов, говоришь? Ты как с начальником-то разговариваешь? Записалась на роль секретарш, так выйди, а потом снова зайдешь. А впрочем, я сам тебя позову. Ты мне глазки-то тут не строй, таких, как ты, много. Другую найду. А зовут меня Андрей Петрович. Хорошо, начальник. Слушаюсь и повинуюсь. Что за жизнь такая? Летаешь по полю, только о стенки ударяешься. А в лунку никак попасть не можешь. И на тебе призовой шар. Главное, чтобы сетка не прорвалась. Нужно будет рамочку сделать. А мебель-то в Яранге точно не нужна. Эй, ты, как тебя там? Неси свои документы. Меня Арина зовут, гражданин начальник. Вот здесь и здесь. Арина, говоришь? У меня дочку так звали. Ну, что мы сегодня делаем вечером, Арина? Младший экономист, бухгалтер, зам по финансам, директор. А дальше? Скамья подсудимых или отдых на Канарах? Ждем ваших предложений. Телефон все тот же, 43 99 37. История только начинается.